морковь небольшая, сладкий перец красный, кабачок молоденький, небольшой, репчатый лук. Нарезаем мелким кубиком. Нарезаем кубиком или можно натереть на крупную терку. Мясо можно взять любое. У меня куриное филе. Добавила в сковородку 3 столовые ложки растительного масла, разогрела. Добавляем мясо и обжарим несколько минут на высоком огне. В течение 3 минут обжаривала. Достаем мясо. В сковородку еще растительное масло. И обжарим лук до мягкости. Лук стал мягким. Добавляем все овощи. Морковь, перец, кабачки. И обжарим несколько минут. Минут 5 овощи тушила на огне выше среднего. Добавим к овощам мясо, соль, перец по вкусу. Можно добавить приправы. Приправы добавляйте на свой вкус. Все перемешаем и протушим на высоком огне минуты 2. Добавляем 1 стакан риса. Вместимость стакана 250 мл. Нужно хорошо рис промыть. Крутой кипяток. Убавляем огонь, ставим ниже среднего. У меня 9 делений, я ставлю на троечку. Накрываем крышкой и готовим до готовности. Прошло 25 минут. Все перемешаем. Сверху можно присыпать свеже нарезанной зеленью. И оставим минут на 5. Приготовьте обязательно. Получается вкусно, быстро и сытно.